Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Владимир Репин стал замначальника департамента городского хозяйства. На этом посту он сменил Артема Драчкова, который покинул ведомство в феврале. О назначении Репина написал в своем телеграм-канале бывший руководитель АТП Денис Пырлок. До этого Репин занимал должность начальника управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности Министерства транспорта Кировской области. Экономика. Кировские фигуры динозавров показали на выставке в Дубае. В выставке, которая проходила с 14 по 16 марта, участвовала компания «Диномашина». Она экспонировала фигуры динозавров, а также окаменелости хищных морских головоногих моллюсков и декоративное озеленение. На выставку предприятие отправилось при содействии Центра поддержки экспорта Кировской области, пройдя конкурсный отбор. Ранее компания получала и другие виды поддержки государства, рассказали в областном правительстве. Представители компании посещали образовательные семинары, принимали участие в международной бизнес-миссии в Таджикистан. В эфире «Экономика». 8 фальшивых купюр нашли в кировских банках за 3 месяца. Это были 5 банкнот номиналом 5000 рублей и 3 банкноты по 1000 рублей. Поддельных денежных знаков в валютах других государств не обнаружено. Подвели итоги 4-го квартала 2022 года в отделении Киров Волговятского главного управления Банка России. Кировчан предупреждают, что если они сомневаются в подлинности купюры, ей лучше не пытаться нигде расплатиться. Нужно обратиться в отделение любого банка, осуществляющие операции с наличными. Там помогут точно определить, настоящая банкнота или нет. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».